Доброе утро, товарищи! Сегодня у нас с вами влог. Мой продуктивный день с 7 утра. День сегодня реально будет продуктивный. Мы сейчас... Сейчас 8:30, и мы выезжаем на другой край Лондона. А зачем? Я вам расскажу в процессе. Ой, ну погодка хороша, когда солнышко. А надо было уги надевать, как я. Мы берем, ой, что на голове, это горошек. Я вообще хотела рассказать про правила своего утра, но, видимо, в другой локации расскажу. Я вообще в течение этого видео хочу еще не только показать свой продуктивный день, но еще и дать какие-то небольшие советы, как там вам все успевать и так далее. Короче, первое правило моего продуктивного дня – не брать телефон с утра и не листать рилсы. Я, в принципе, просыпаюсь, у меня нет привычки сразу проверять телефон. То есть вот сейчас уже сколько времени прошло? Почти 2 часа с того, как я проснулась, я еще ничего не читала, никуда не заходила. И вам советую делать так же. Какая-то я отекшая, я вчера просто хачапури ела, поэтому такая... Так, мы уже на месте. Мы здесь на 2 часа, мы здесь даже позавтракать успели. У меня сегодня довольно-таки много дел. Сейчас мы в Уэмбли с девочками, здесь на мероприятии. Потом я поеду в салон на Notting Hill, встречусь с сестрой. Потом еще мне нужно немножко поучиться сегодня. Потом вечером к нам приходят гости. В общем, сегодня дел много. Здесь у нас с вами второе правило продуктивного дня. Это планировать день заранее, планировать неделю или даже месяц. Ну, у меня, вы знаете мою систему планирования. Узнаете ее скоро поподробнее, когда я сделаю в этом видео, но вообще, да, я планирую как бы год, месяц, неделю, день. Я расскажу вам чуть позже, но для продуктивного дня очень важно иметь план дня, то есть, чтобы вы понимали, что вы делаете, что зачем идет и так далее. Ребята, мы закончили. Сейчас я вам просто хотела показать вот это вот. Смотрите, ребята, это гелик. Гелик. Это просто произведение. О мой, я шалею. А чей это? Это от зала. Как это от зала? Зачем им гелик в зале? Купи абонемент, получи гелик. Купи абонемент, получи гелик. Это нам надо. Это нас интересует. Мы сейчас в Уэмбли, по-моему, я уже об этом говорила. Такая прикольная здесь зона, классная. Далековато от центра, но я бы, наверное, даже хотела здесь жить, потому что здесь много высоток. Я очень хотела бы жить в высотке. И здесь довольно хорошие цены. Но так как это не сильно близко к центру, это, конечно, не очень. Но при этом это не так уж и далеко. Ну, нормально. С девочками мы уже разъехались. Я сейчас приехала в район Ноттинг-Хилла. Вернее, я иду до него. Я сейчас в другом районе. Исследую, смотрю. Один из тех, в котором я не была. Ну, вернее, была, конечно, но толком его еще не знаю, он мне не знаком. У меня сейчас лазер на Ноттинг-Хилле. И потом там встречаемся с Дашей. Как вы помните, они недавно переехали за город в этом учебном году. Раньше они жили как раз-таки на Ноттинг-Хилле. У меня там тоже, можно сказать, был дом. Я могла туда приезжать. И на самом деле, блин, там, конечно, очень классно. Ой, смотрите. Ой, какая собачка! Собачка! Такая вот еще библиотека. Тоже ее никогда не видела. На самом деле, я немножко скучаю по Ноттинг-Хиллу, потому что там было классно, когда я еще там летом жила, гуляла с собакой в Гайд-парке. У нас, кстати, цветы уже. Почки, листочки, хотя февраль. Ранний приход весны в этом году. Блин, слушайте, как хорошо в таком районе. Классно, мне здесь нравится. Что бы вам еще сказать? Да, я хотела сказать, что я сейчас иду на лазер, встречаюсь с сестрой и скучаю по Ноттинг-Хиллу. Краткое содержание. У нас с вами продолжение продуктивного дня. Я сходила на лазер. Сейчас жду, пока Даша доберется до меня. И хожу по Ноттинг-Хиллу с приятной ностальгией. Ой, положила телефон на подоконник, называется. Я, кстати, еще параллельно тут сторис оформляю, проверяю свои рабочие чаты, пока я еду в метро. Поэтому продуктив, полный продуктив. Вот это мой любимый стор здесь. У них всегда очень вкусные фрукты, блин. В общем, я очень скучаю по Ноттинг-Хиллу и по квартире Даша с Роном, которая здесь была, вернее, по дому их. Я даже сейчас, наверное, до него дойду. Он здесь вообще за углом. Дарья, расскажите, где мы? Кукурузные палочки. Все есть. Конфетку я одну взяла. В общем, здесь все есть. Да, вот так вот. Блин, а с каких пор Аленка выглядит так привлекательно? Смотри, какие здесь всякие... Такие. Ой, красота. Так, мы сейчас
сейчас Даша сидим на Ноттинг-Хилле. Блин, на самом деле здесь так хорошо. Я бы, наверное, хотела здесь жить в следующем году. Это далеко от моего университета, и я знаю, что вроде девочки Аня не очень хочет жить на Ноттинг-Хилле. Но, может быть, мы это обсудим все-таки такой вариант, потому что если мы снимаем квартиру втроем, то есть вариант здесь что-то найти за наш бюджет. Потому что здесь очень классно, у меня такая приятная ностальгия, потому что если сравнивать вот мою локацию, где я живу, это South East, это недалеко от... Ребята, я влог записываю, чуть-чуть потише. Надеюсь, меня слышно. Если сравнивать мою локацию, где я живу, South East, но важно сделать ремарку, потому что если South East это прям далеко от центра, там просто кошмар, туда лучше не соваться. Но я живу на близком South East, мы живем. Поэтому там как бы хорошо, но все равно атмосфера абсолютно другая. Здесь, конечно, гораздо приятнее архитектура, здесь куча заведений, магазинов, очень много всего. Notting Hill, в принципе, такое туристическое место, здесь снимали фильм, здесь приложу его, ну вот, который самый такой известный, который я, например, смотрела. Было бы классно, наверное, здесь жить, даже то, что далеко до универа, я не так часто туда езжу. Мне, по-моему, час туда ехать. Да, отсюда мне ехать час. Но в целом это нормально. Что я вам еще хотела сказать? Скоро с Дашей... Все люди просто смотрят на письма, которые мы с Дашей тут собрали с их дома, с почтового ящика, туда все еще приходят письма. Они все намокшие, здесь разложенные. У нас, во-первых, надвигается дождь, по всей видимости. Сейчас вам покажу. Вот. Было солнышко, но Лондон известен своей быстрой сменой погоды. Кстати, про формат этого видео, возможно, продуктивный день у всех ассоциируется, знаете, с тем, чтобы сеть учиться спорт, но в моем понимании продуктивные дни могут быть разными. Сегодня, например, я не иду на тренировку, я была на ней вчера, я иду на нее завтра. Сегодня у меня просто много встреч, много нужно было куда заехать, с утра вот это вот мероприятие, потом лазер, потом встреча с подругой, в русский магазин зайти, потом мне еще нужно будет сегодня там всякие сторис мои, вот эти social media things. Потом к нам приезжают гости, потом мне еще вечером буду делать медитацию, ну, в общем, такой формат. Но я считаю, что у меня сегодня продуктивный день, поэтому видео и будет называться «Мой продуктивный день». Кстати, время следующего совета по продуктивности. Если у вас очень много дел в дне, как довольно-таки часто бывает у меня, и они разносортные, то есть, да, условно, там это учеба, это что-то по вашей работе, это что-то, какие-то бытовые дела, я обычно такие дни расписываю по времени. Поэтому следующее правило — это расписывать все дела по времени, когда их много. Работает это все довольно легко. Я обычно выписываю весь свой список дел на день, после чего я начинаю просчитывать время. Обычно либо с утра я начинаю, то есть я, например, говорю так, я просыпаюсь в 7, ой, привет. Я просыпаюсь в 7, до 8 там у меня какие-то утренние процедуры завтрак, и с 8, например, начинаю делать дела. И дальше я вот так, например, отвожу 8:30 минут до 8:30 ответить в рабочих чатах, потом там смонтировать рилс, еще 40 минут, и так вот все это расписывать по конкретному промежутку времени, чтобы вы знали, как двигаться, то есть чтобы вы сразу переключались. Все, здесь пришел официант, поэтому я думаю, понятно. Но это очень хорошее правило. Я в большинстве своих дней делаю именно так, потому что это помогает успевать действительно много. И да, все. Итак, мы в автобусе сидим в самом сзади. Именно сзади. Не сзади, а сзади. Я купила фруктов домой в моем любимом магазине. Они там вкусные и довольно дешевые. Здесь у меня там разные персики, черешня. И они прям по вкусу вкусные, не пластиковые. Мы едем сейчас в Selfridges. Что? Я просто думала, что мы едем на автобусе с супер-дюгой. Ты не про это хотела сказать. Почему мы его автобусом? Потому что нравится автобус, конечно. Мы экономим. Такой нос большой вообще. А у меня щеки большие. Мы едем в Selfridges. А можно сказать, что мы едем менять твою сумку? Да. Потому что Даша эту сумку немножко убил. Не, потому что эти там ролики какой-то... у тебя есть сейчас на тебе? Нет, я разбила стекло на ролик. Отдай их мне, я не буду разбивать стекло. Мне нужно поменять стекло. В общем, да, Ронан подарил Даше сумку. Да, и мы едем ее менять, потому что Рон сказал, что там какой-то небольшой скрач есть, который Царавина. Не идеален, в общем. Ну, она, да, я ее даже не заметила. Но он сказал, что нам нужна идеальная сумка, поэтому они мне ставят идеальную сумку, откуда-то, и вот мы едем собирать. Да. А эту ты отвозишь обратно, да? Да. Да, обмен выкрасывать. Обмен. Oxford Circus. To Oxford Circus.
Так, друзья, я дома. Я немножко тут подмокла, потому что у нас ливень. Погода в Лондоне очень изменчивая. Было солнце, потом просто ливень ливанул. Сейчас он идет. Но я добежала до дома. А, еще момент. Я когда выходила из метро, у меня был пакет такой большой, Selfridges. Я взяла, чтобы положить туда мои маленькие пакеты, все, что у меня было. То, что я купила фрукты, там, варенье, сметану. И значит, я в наушниках. Все, моя станция. Я встаю, двери уже открыты. Делаю один шаг. В этот момент у меня из пакета просто рвется вот так вот дно. И все из него вылетает. А мне уже двери открыты, мне надо выходить на мою станцию. Но мне там какой-то мужчина помог, у меня еще музыка в наушниках играет. Я не могу сконцентрироваться, понять, что происходит. Я все быстро собрала, выбежала. Такая вот интересная история. А сейчас я хочу показать, что у нас в квартире происходит. Смотрите, как Настя здесь все красиво засервировала. У нас все очень, на самом деле, убрано сейчас. Максимально минимум всего лежит. Обычно все у нас тут валяется. Кухня просто. У нас такой кухни уже... Ну, здесь не смотрите, пока еще не все. Но кухня вот у нас такой столешницы не было, наверное, с момента нашего заезда. Все потому, что сегодня к нам приходят гости на блины. И Настя будет делать блины, и я буду ей помогать, потому что, по-моему, я в своей жизни никогда блины не готовила. Поэтому я не очень в этом спец, но я буду подмастерьем. Такая вот красота. Тарелочки. У нас теперь побольше тарелочек. Хотите, покажу вам, какие фрукты я купила? Мне было не жалко их тащить с западного Лондона по всему городу, еще потом с ними таскаться и потом привезти домой, потому что, поверьте мне, те фрукты, которые продаются в обычных продуктовых магазинах, это абсолютно другой уровень. То есть есть, конечно, классные фруктовые магазины, в которых фрукты стоят как почка, но это вот чисто такой магазин, convenience store. По-моему, ребята, знаете, можно как охарактеризовать, как индусский магазин, или, блин, я не знаю, кто они по национальности. Но это неплохая характеристика, это наоборот, потому что у них всегда обычно крутые магазины, где можно найти все и самые вкусные фрукты. Авокадик показался мне гораздо более аппетитным, чем обычно покупаю в магазинах. Нектарин. Один взяла. Они не самые такие свежие, но все равно вкусные. Дальше у нас здесь помидорки. Такие вот помидорки. Хорошо выглядят. Дальше что? Я не поняла, что это. Напишите в комментариях. Я забыла, как это называется. Это похоже на абрикос, при этом похоже на персик, при этом на нектарин. Такие взяла. И еще в нашем арсенале у нас черешня. Прошу, пожалуйста, обратите внимание на эту черешню. Это что вообще? И я за все это заплатила 13 фунтов. Но это ни о чем. То есть для фруктов очень хорошо. Кстати, курс сейчас 118. Помогите. За окном просто мрак. Я рада, что я добралась до дома. Мы скоро с Настей будем готовить блины. К нам приходят два друга в гости. Будем их принимать. Я купила, вы видели, да, варенье в русском магазине. Кстати, русский магазин этот, Калинка называется. Недавно они апгрейднулись, сделали прям большой магазин. Не знаю, зачем эта информация. Слушайте, у меня сегодня мозг как-то долго прогружается. Мне прям речь формируется с какой-то определенной сложностью. Я запинаюсь просто. Странно. Немножко. Неоновая подсветка, это, конечно, тема. У меня здесь черешня, водичка, жажда, страшная сила. Открываем наш лаптоп. И будем заниматься делами. Оценка черешни. Слушайте, я хочу переехать на Notting Hill, просто чтобы входить в тот магазин за фруктами. Нет, честно, в обычном продуктовом, в пластиковой упаковке, такую черешню не найти. В каких-то дорогих фруктовых магазинах, например, есть такой, называется Benz. Да, можно, но это очень дорого. За 13 фунтов я бы такой набор продуктов не купила. Когда все блины остынут? Ну, мы можем начать их готовить, когда они уже будут подбежать. Один пробный сделаем. А на каком масле их жарят? Ну, вообще без масла. Да? Можно немножко. Мне кажется, с маслом повкуснее. Масло вкусное, жирное, приятное. Масло не жирное, масло вкусное, молочное. Ребята, давай. Опа! Потяни.